Радио Like FM. Слушай, что нравится. Друзья, привет тем, кто к нашей трансляции только сейчас присоединился. Это живой концерт на Like FM при пати. Like Party, мы всем вам рады, рады тем, кто нас смотрит. Пишите друзьям, звоните, напоминайте о том, что прямо сейчас живое исполнение песен Миши Марвина. Он лично в живом концерте на Like FM их для вас исполнит. И, друзья, давайте больше шума создадим. У нас в студии очень много людей. Давайте пошумим прямо сейчас. Миша появится здесь и презентует свой новый трек «Тысяча причин». Встречайте, Like FM, Миша Марвин! Всем привет, ребятки! Я сразу петь. Мы договорились, что сразу ты всех обаяешь, покажешь и сделаешь то, ради чего люди пришли и смотрят нашу трансляцию. Покажешь новый трек «Тысяча причин». Напомню, официальный релиз этого трека состоится только завтра, а у вас, друзья, уже сегодня есть уникальная возможность услышать эту песню и расчекать ее по всему интернету. Are you ready? Пошумим, друзья, давайте для Миши. Первый раз исполнять новую песню, даже профессиональному артисту, немножко волнительно, поэтому... Я, правда, переживаю очень сильно. Честно. Как я переживаю, Миш, ты себе не представляешь. Я чувствую, как стучат сердечки людей, которые в студии, а и те, которые смотрят нас, тоже переживают. Фух, ну давайте попробуем. Тишины мне стало мало, но рядом есть ты. Может быть, это начало бесконечной игры. За окном горят витрины и сотни машин. В тишину я не верил, ее я забыл. Шумный город забирает нас в плен, но я тебя прошу, просто помолчи. На это тысячи причин. Ты это помни. Молчи. Давай хоть раз без суеты. Просто помолчи. На это тысячи причин. Спасибо. Такую легенькую затравочку сделали вам. Лайф на Like FM, а весь остальную, всю остальную часть трека завтра услышите. Да, все, Миша, иди, давай, присаживайся сюда. А новый трек, он не входит в твой альбом. Это уже после него. Какой трек? Вот этот трек. Входит. Тоже в него, все туда. В смысле? Конечно, входит. Да, что я запутался. Что про меня? Входит, конечно. Это не альбом, но и тоже EP. Эпишка. Следующая уже. Конечно. У-у-у. Это вторая. А, выйдет второй. Я понял, о чем мы сейчас ты говорим. Понимаешь, вообще? О чем мы говорим? Все, соберись, видишь, давай, подожди. Мы говорим про один, а про одну эпичку, про которая уже вышла, которую все знают. Да. Уже эта все песня не входит в этот EP. Все, поняли? Поняли. Отлично, прекрасно. Это не входит. Это совершенно новый трек. Ты говорил, что вот та эпичка, которая вышла, это такой старый Марвин, то, что было раньше. Все перечеркнул, забыл. Что будет в новой эпичке теперь, вот новая работа? Что будет в новой эпичке? Я вообще с ума схожу, когда прослушиваю все новые демки, честно. Очень я себе так, знаете, разрешил, позволил открыть крылья и полетать в этой музыке, поэкспериментировать, попридумывать что-то новое абсолютно для меня. То, что я никогда не делал в музыкальном плане. И надеюсь, у меня получилось, и вам это понравится, друзья. Ну, я тебе же вопрос задавал, я думаю, что многие ребята тоже интересуются. Спрашивал тебя, будет ли Миша читать или будет продолжать петь, как делает это сейчас? Ну, прям читать не буду, но там, нет, не буду читать. Для этого есть Егор Крид. Конечно, у нас для этого ребят на лейбле очень много, и я не буду. Мы поговорим об этом чуть позже. Нас смотрит огромное количество сейчас нашей трансляции. В студии тоже полно девчонок. Собрали только девчонок, кстати. Абсолютно, только они здесь. Миш, задают вопросы нам. Скажи, пожалуйста, ты запоминаешь девчонок, которые постоянно ходят на твои концерты? Конечно, вот они все.
А ты можешь, кого-то по именам назвать, вот кто здесь сидит в нашей студии? Подстава, да подстава, дружище. Не, ну я так, знаешь, сейчас помню. Есть Анчоус, вон это помню. Аня 13, я помню. Ты, то есть ты еще и подписан на них в Инстаграм? Ты прям по никам их запоминаешь? Я не под... Ну, я думаю, я же вижу их постоянно. Они там пишут комментарии, то есть все 30-е. И уже представляешь, сколько этих комментариев, что мне въелось в глаза и в память их название. Это прикольно. Девчонки, вы молодцы. Все, Миша, иди готовиться, мы сейчас объявим следующий трек. Мы же попеть собрались в первую очередь. А давайте вместе с вами его объявим, чтобы те люди, которые смотрят нашу трансляцию, услышали студию. Я первые две буквы трека скажу, вы продолжите. Трек называется «По...». А теперь давайте весь трек и громко, девчонки, давайте на 3-4. Да, 3-4. Смелее для тех, кто нас смотрит. Друзья, Миша Марвин, лайв на Like FM и трек «Падали» прямо сейчас в прямом эфире. Я сам не свой, одинокое небо, я не вижу никого. Я сам не свой, я не помню, где ты, но так хочу забрать с собой. Нет, стой, это не будет трудно, давай задохнемся друг другом. Нет, стой, пусть выглядит это глупо, мы повторим все по кругу. И мы падали, падали вниз, нам это надо было. Падали, падали вниз, с огнем играли. Падали, падали вниз, нам это надо было. Падали, падали мы. И мы падали, падали вниз, нам это надо было. Падали, падали вниз, с огнем играли. Это важно. Просто подойду, обниму тебя, и нам станет все ясно. Нет, стой, это не будет трудно, давай задохнемся друг другом. Нет, стой, пусть выглядит это глупо, мы повторим все по кругу. Падали, спасибо. Падали от Миши Марвина. Лайв на Like FM. Возвращаемся, возвращаемся болтать. Сейчас будут самые животрепещущие темы, которые волнуют всех. Да ладно. Мы пока собрались здесь в студии с девчонками, обсудили немножко тебя.
твои отношения. Вот, и сейчас спросим у тебя кое-что важное. Я сразу прошу прощения у тех, кто смотрит трансляцию, если неправильно прочту фамилии людей, которые писали вопросы. Ну, человеку с фамилией Мишура, можно это простить. Да, итак, Ксения Князева спрашивает тебя, какие девушки тебе нравятся, Миша? Вот это вопрос новый. Это вопрос интересный. Впервые в своей жизни вопрос слышишь, да? Вот так вот, да. Мне нравятся брюнетки. Сейчас половина людей встали и вышли из студии, нет, просто, понимаешь? Нет, и отключили трансляцию. Все красивые, понимаешь? И брюнетки, и блонди. С другой стороны, брюнетка же может перекраситься, правда? Конечно. Так, продолжай. И так же, как блондинка может перекраситься. Логика, день логики сегодня. Умная, хорошая, терпеливая. Меня нужно терпеть. А как ты поймешь, что девушка умная? Ты как, приходишь на встречу с кроссвордом, говоришь, вот, будь добра, по горизонтали разгадай, пожалуйста. Я сразу спрашиваю, что такое Андрон и Коллайд? Что я знаю? Многие отвечали, что это такое. Обычно встают и уходят сразу. Не доев десерт. Ладно, Миш, это все было прелюдия к главному вопросу. Все спрашивают про девушку в Инстаграм. Да. Все поголовно, и девчонки, и парни, все пишут, кто она. Ну, давай я такой вопрос задам. Были ли или есть ли у тебя сейчас отношения с Юлией Франц? Вот. Я не буду отвечать на этот вопрос. Миш, у тебя есть огромный плюс. Ты же артист, ты вместо ответа можешь петь. Поэтому ты конечно. Можешь пойти я и спеть. Я отвечу просто на этот вопрос. Песни, друзья. Кстати, а я сейчас расскажу тебе, потрясающая песня, возможно, ответит на ваши вопросы. Миша Марвин сейчас исполнит для нас песню «В душе». Ну, можно и так, в принципе. Мы включим воду сейчас в студии, и Миша прямо в душе исполнит для нас песню «В душе». Подключайтесь к трансляции, это «Live» на Like FM. Я тебя оставил в прошлом так давно, миллионы лет назад. Память бьет меня под кожей сотни киловатт. Я в порядке, да и ты в форме, и не нужно думать о том, что любовь пустила в нас корни. Где-то глубоко, где-то глубоко все наши чувства в пропасти, им теперь нету места. Это сильнее меня, прости. Но если честно, бэй, в душе я люблю тебя. В душе, где-то глубоко в душе. В душе, я люблю тебя в душе. Где-то в душе, где-то в душе, yeah. Я в душе. Стал забывать то, о чем мы с тобой говорили. Да, стал забывать то, что мы так сильно любили. Но где-то внутри так глубоко живет забытое чувство. Но я должен сказать, мне хорошо, если честно. Да, и ты в форме, и не нужно думать о том, что любовь пустила в нас корни. Где-то глубоко в душе я люблю тебя в душе. В душе, в душе, где-то глубоко в душе, yeah. В душе я люблю тебя в душе. Где-то в душе, где-то в душе, тебя,
Мишамара, живой звук на Like FM. В душе, в душе. Ну и думайте, и гадайте, ответ это про Юлию Франц или не про нее, кого он там любит в душе и в душе. Миш, осень, а так круто сегодня. Клавиши. Бомба, скажи, твой вокал класс. Офигенно, правда, очень круто. Вопрос такой. Давай с тобой составим топ, твой топ трех самых осенних песен. Топ самых трех осенних песен. Вот самые-самые такие, под которые можно окутаться в плед, горячий какао. И первая, сразу говорю, так. Сразу первая, говорю, песня, которая хочется закутаться в плед. Так. Это моя песня, новая. Тысяча причин, друзья. Вы ее услышите, вам захочется залезть под плед и пить какао, честное слово. Я думаю, что те, кто не в студии, кто смотрит трансляцию, уже в пледах. Уже закутались, я вижу вас. Запах какао сводит с ума. Вторая песня, это, конечно же, Autumn Leaves, «Осенние листья» она называется, и поет ее кто? А там много конечно. Вариантов. Нэт Кинг Коул. Вот человек разбирается в музыке, абсолютно. Крис Браун тоже рекомендую послушать, потому что это прям, знаете, вот такое настроение. А можно вдруг кто-то не понял, что за песня? Лайв тема хорош. Миш, можешь пару строчек напеть? Да можно акапельно без клавиш, буквально там... Про Autumn Leaves. When Autumn Leaves. Я прикинь. Ну ты подготовься в следующий раз. Я вспомню, можешь попозже. Хорошо, честно, вылетело с головы страшно просто. Пришлите нам, пожалуйста, слова сейчас в контакт, ребята, погуглите. Первое слово просто скажите, если. When? По-моему, было типа, когда осенние листья падают. Правда, Крис Браун поет на английском, а я сейчас говорю по-русски. Там просто не так все просто. С английскими словами. Ну давай, сейчас. Хорошо, тогда первое место расскажи. Первое место. Ты назвал две песни, твоя, Криса Брауна, и какая самая осенняя песня? Ой, которой... божечки. У меня на родине, где я вырос, в Украине, в городе Киеве была группа, которая называлась «Четыре короля». И у них была совершенно потрясающая песня, никто да, не угадаю, знает. Да, там было четыре человека в группе. Конечно. О. Ты царь просто. «Четыре короля», и у них была песня «Последний летний дождь». Последняя люблю, что говорила ты. Последний летний дождь. Все такое в этом роде. Про последний летний дождь. Начало осени. У-у-у. Круто! Бонус-трек, назовем это так. Бонус-трек от Миши Марвина. Давай к твоим песням. Нам хочется тебя слушать, поэтому очень. Тебя опять отправляем мне туда, очень хочется на сцену. Петь для вас, друзья, потому что песен много сегодня, а еще больше будет совсем скоро. И мне нужно это, понимаете, куда-то вот петь вам. Друзья, прямо сейчас для вас в студии Like FM Миша Марвин и его трек «Правильно или нет?». Слушаем. Поддерживаем. Пропадаю ночами. Что-то происходит со мной. На звонки я не отвечаю давно. И никто меня не ждет домой. Себя не понимаю. Почему я сейчас не с тобой? Случайно попадаю глазами каждый раз на тебя. Помниваюсь, но может быть в этот раз по-другому все будет у нас. Остановлю время, помотаю назад. Может, там и найду я ответ. Остановлю время, больше нечего ждать. Правильно или нет? Я сделал правильно.
друзья, давайте активнее на последний припевчик сделаем немножечко, да, веселья. Похлопаем в ладоши, кто может подпеваем, кто может потанцовываем. Все, все, все. Я сделал правильно или нет, что я закрыл свое сердце на сотни лет. Я сделал правильно или нет, но знаю, ты мне поможешь зажечь в нем свет. Или нет. Спасибо. Миша Марвин, ты хотел сказать. Миша Марвин хотел сказать. В студии Like FM сегодня живой звук, живой концерт специально для вас. Я очень надеюсь, что люди, которые смотрят нашу трансляцию, танцуют, где бы они сейчас ни находились. В студии тоже. Девчонки, давайте подниматься со своих мест. Можно попрыгать, потанцевать. Когда еще с Мишей можете танцевать? Да, выходите, танцуйте. Миш, вопрос. Очень много поступает вопросов из разных городов. Красноярск, Магнитогорск, другие страны нам пишут. Когда ты приедешь в эти города? Когда ты появишься дорогие в других друзья. Городах? Эти все страны, которые ты перечислил, и города. Дорогие друзья, я обращаюсь к вам. Не я выбираю город, куда я поеду к вам, а выбирают организаторы мероприятий в вашем городе. И я с удовольствием, когда у меня будет тур, когда мы будем его организовывать, я с кайфом, огромным удовольствием приеду именно в ваш город и раскачаю вместе с вами какой-нибудь концертный зал. Станьте организаторами, организуйте сами концерт Миши Марвина. Организуйте концерт. Он к вам приедет. Миша, в Москве, потому что я понимаю, что здесь на студии сидят в основном люди из Москвы. Где в Москве в ближайшее время можно тебя будет лицезреть и танцевать с тобой, плясать? Значит, самое главное, да? Самое главное, что я могу сказать про Москву, это 1 декабря, друзья. 1 декабря, концертный зал «Известия Холл». Неважно, время попозже сообщим, не помню. Но в 7 часов 19.00 вечер, дорогие друзья, я приглашаю вас всех, потому что будет очень много новой музыки, очень новая программа, новый я. В новом лице я себе сделал пластическую операцию. Шучу. В общем, будет много интересного. Мы подготовили, мы сейчас готовим очень такое большое, душевное и яркое шоу для того, чтобы удивить вас больше, чем в первый раз. Чтобы вам понравилось это все. Мы для этого очень много стараемся, очень много работаем. И я буду очень счастлив и рад, если вы все будете на моем концерте вместе со мной петь, танцевать, наслаждаться всем, что происходит там. Это же еще и первый день зимы будет. Конечно. Встретить зиму с Мишей Марвином, ребят. С песнями, с весельями и, конечно же, немножечко с нотками зимней меланхолии. Грусть, пианино, опять же, принесем с собой, раз оно у нас есть. Давай продолжим петь. Успел отдышаться? Резко. Да, жарко очень. Или это просто я волнуюсь? Подуйте, пожалуйста, на Мишу, чтобы ему стало как-то прохладнее немножечко. И принесите нам лед. Льда побольше. А что у нас? А ты в курсе, что мы поем сейчас? Нет. Подскажу. Друзья, прямо сейчас живой звук Миша Марвин на Like FM. Это песня «По-белому». Угу. «По-белому». Девчонки, может, начнем петь пока без Миши, пока он слова ищет? Все, нашел. Вот, фанатки. Мы ходим на все концерты, мы знаем все слова. Да, да, вот это мне тоже, знаешь, вот чуть-чуть смущает иногда. Да, 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 есть такое. Мы потом будет серьезный разговор с вами. Итак, «По-белому», Миша Марвин на Like FM. Поехали. Мы в параллелях или кажется, мы далеко или рядом, и снова все пересекается. Твое дыхание и взгляды, горишь внутри, не замечаешь. Горю и я, да ты все знаешь. В дыму все чувства задыхались, но нам лучше все забыть. Мы можем плыть по небу, плыть по белому, вниз по телу, давай будем первыми. Плыть по небу, плыть по белому, бьет по нервам,
трезвыми. Трудно быть трезвыми. Знаю, чем зацепила. Твоя улыбка убивает так мило. Тебе тянется необратимо. Тебе тянется необратимо. Но когда светишь, все вокруг гаснут. Тянешь на шею затянутый галстук за собой вниз, но только без принципа. Как всегда, плыть по небу, плыть по белому, вниз по телу. Давай будем первыми, плыть по небу, плыть по белому, бьет по нервам, мы можем быть трезвыми. Плыть по небу, плыть по белому, вниз по телу. По небу, плыть по белому, бьет по нервам, нам трудно быть трезвыми. Нам трудно быть трезвыми. Трудно быть трезвыми. Спасибо большое. А я просто заслушался. Переуснул. Так круто. Взгрустнул и поплыл по небу. Это прекрасно. Миша Марвин, напомню еще раз. Друзья, вы смотрите прямую трансляцию в наших соцсетях. Это лайв, это живой звук здесь, в студии Like FM. Миша, начинают готовиться уже фанатки к твоему концерту. Начинают придумывать, что тебе подарить, что принести на концерт. И поступил вопрос из зала. Спрашивают, обычно артистам дарят портреты. Так, а как ты отнесешься, если тебе подарят не твой портрет, а чужой? Нет, подарят, не портрет, а пейзаж какой-то, например. Прекрасно. А вот что бы ты хотел, чтобы там было? Просто я пытаюсь помочь людям, чтобы они знали, что для тебя написать. Мне нравится. Так. Я всегда, мне спрашивают вопрос, там, твое идеальное утро, да? Но не всегда, там был вопрос у меня такой. Я ответил этот вопрос. Для меня идеальное утро — это когда я открою глаза и перед собой вижу рассвет, океан, штиль, такое, какое, персиковое небо, пальма, песок. Фотообои, в смысле? И апельсины. Вот, если вы такой пейзаж нарисуете, будет бомба вообще. Я повешу себе его возле напротив кровати и буду представлять, что я там. Ну, понимаешь, большой, вот тебе будет сложно нести на концерт, по меньшей мере. Ничего, у меня есть помощники, смотри. А, ну, девчонки донесут. Слушай, какие самые необычные подарки тебе дарили фанатки? Самые необычные? Да. Вот видишь, подсказывают. С кем? Картина с Бэтменом, говорят. А, да, это... И, короче, я Бэтмен, прикинь. Бэтмен только с моим лицом стоит. Ты в курсе, ищут нового Бэтмена сейчас, говорит, Аффлек никого не устраивает? Я слышал, да, он не пошел, он мне уже отказался. Миш, а можешь подбородок свой показать сейчас всем? Просто там Бэтмена выбирают по подбородку. Какая камера снимает? Да тут все, смотри, все с телефонами пришли. Кинокомпания, тут какая там у них? DC, да? Это DC, да. Обратите внимание, пожалуйста, на мою бороду. Он может побриться, если нужно. Для роли побреешься? Я Суперменом могу быть хорошим. И Бэтмена. Я подкачаюсь, буду спасать людей. Да там не надо качаться, Миш, там же все костюм решает. Согласен. Так что... А, так вообще. Да. Ладно, почти наговорили тебе на контракт. Еще один вопрос спрашивают. Сейчас скажу, кто там, девушка конкретно интересовалась. Вот, Виктория Григорьева написала кучу вопросов для тебя. Ну вот, мне показался интересным этот. Если тебя на улице встретит поклонница, ты будешь в костюме Бэтмена? Нет, ладно, там серьезный вопрос. Если тебя встретит поклонница на улице, а ты будешь с кем-то из друзей, знакомых или незнакомых людей, значит, можно ли к тебе подойти и сфоткаться с тобой? Ну, так оно и обычно происходит, конечно. А так разве нет? Я ж, да.
если я стою, подойдите, я с кайфом сфотографируюсь. То есть ты не против? Я не такой человек, да, который говорит, нет, уйди. А еще вот такие штуки бывают, знаешь, вот гуляют люди, допустим, не знаю, Новый Арбат, какая-нибудь открытая веранда, там, рестик какой-нибудь. Да. И ты сидишь, допустим, обедаешь, идут люди такие... Вот как ты отреагируешь? Можно с тобой тоже сфоткаться или... Ну, наверное. Ну, если он как бы... Ну, если на этом все не закончится, да? Не, ну, смелый человек, если он сначала подойдет, он сначала пальцем скажет, ты говоришь, это же слов. Миша, можно я? Нет, я фотографируюсь со всеми людьми. Я такой, знаешь, я... Мне как-то вот не хочется, но тяжело обижать людей. Угу. Но я не скажу, что я такой прям святой со всеми всегда фотографируюсь. Бывают моменты, когда я реально... Да. Знаешь, когда отказываю? Когда я выступил на концерте, и я вот прям надо срочно бежать на второй концерт. Вы знаете, не один раз была такая ситуация. Поэтому в таких случаях я сразу предупреждаю, говорю людям, извините, пожалуйста, я тороплюсь, в следующий раз 100% сфоткаемся. А многие бежали за тобой на второй концерт, чтобы там сфоткаться после первого? Кто смеется, тот и бежал. Давай, Миш, песню споем. Кстати, у нас удачно получается после всех вопросов. Идеально подвязываются песни Миши Марвина. Лайв на Like FM, живой звук в студии Like FM и песня «Ты хочешь» от Миши Марвина прямо сейчас. Вау! Это танцевальная песня, дорогие друзья. Да, мне кажется, может, они стесняться. Так, а ну телефоны похавалы. Эти простые движения нас заставляют дышать. Смотрю в свое отражение и так хочу танцевать. Так чисто, так нежно телом, слушай меня. Давай бессловесно, к чему болтовня. Ловлю твои взгляды, в них море огня. Исчезли преграды, танцуй для меня. Ты хочешь танцевать? Тебе нечего терять. Ты хочешь танцевать? Эй, танцуй, танцуй. Like FM, танцуй все. Танцуй, танцуй. Дистанции друг другу смотрим в глаза. Мысли заполнены танцами. Я тебе должен сказать. Так чисто, так нежно телом, слушай меня. Давай бессловесно, чему болтовня. Ловлю твои взгляды, в них море огня. Исчезли преграды, танцуй для меня. Хочешь танцевать? Тебе нечего терять. Ты хочешь танцевать? Танцуй, танцуй, yeah. Ты хочешь танцевать? Тебе нечего терять. Ты хочешь танцевать? Танцуй, танцуй. Да, немножко просыпаться, было. Друзья. Ой, просыпаемся, хорошо. Встаем. Ну, пора бы, сколько там времени уже? Уже пора, мне кажется, да? Что, среда сегодня? Маленькая пятница! Сегодня среда? По-моему, да. Да? Сегодня среда, друзья. А или четверг, а что сегодня? Подожди. Что? Среда, все правильно. Конечно, конечно. Не перепутал, не сбились. Да, действительно, среда. Это живой концерт Миши Марвина на Like FM. Мы продолжаем задавать ему вопросы и слушать его песни. Шикарные идеи. Вопросы. Спросили слушатели тебя, твои, о том, какая... написанная тобой песня для другого артиста, твоя самая любимая. Они, собственно, спросили, но они она, ответили. Она первая просто, как бы, да? Она первая. А самая любимая, ну вот, которая вот ближе мне душе, да, по моему состоянию, такому да. романтичному, да, осеннему, скажем так, сегодня. Эта песня, наверное,
мод Виагра. Вот припев. Завери душу назад. Неважно, это рай или ад. Дыхание твое за спиной. На берегу не со мной. Вот эту песню, наверное, да, я вот могу отметить. А давай этот топчик тоже создадим с тобой. Смотри, значит, самое это и что-нибудь еще. Самое это и что-нибудь еще. Да, что-нибудь третье такое. Значит, значит. Ну, давай скажу. Ханна, мама, я влюбилась в него. Я думал, просто сказал, Ханна, мама. Ханну поздравляем, кстати, Ханну и Пашу. Ханна, мама. Ханна, правда, мама. Мы поздравляем вас, здоровья вам и вашему ребенку. Так, вопрос, который занял первое место в топе вопросов. В параде, да? Да, в топе вопросов. Больше, чаще всего его именно задавали, спрашивали. Когда, Миша, когда мы услышим твой фит с Егором Кридом? Ну, я что я могу сказать? Но пока мы как бы, да, не планируем ничего выпускать. Но я же не выключаю возможность, да? Нет дыма без огня, люди же спрашивают. Конечно. Поэтому, друзья, в ближайшее время вы услышите другие, не менее интересные фиты. А с Егоркой, я думаю, попозже. Что-то будет. Ну, с Егором на связи всегда, поэтому. Конечно. Еще про Дони спрашивали все, потому что там тебя упрекают в том, что ты выложил видосы вместе с Дони, вы записали, что должен быть совместный фит, совместный трек. Писали. Осколки, кстати, осколки, который вышел трек Дони. Да. Вот, и все спрашивают, почему, где Миша? Где Миша? Должен был Миша спеть с Дони. Нет. Это не так было, это все было по-другому. Расскажи, как было на самом деле. Давай, давай. Правду. Я не знаю. Я тоже хочу уметь так убегать с ответов. Я научусь когда-нибудь так делать, правда. Вот. А ты чего пришел? Иди обратно. Все, иди, да? Иди к микрофону, все. Поехали. Иди обратно петь. А эту я знаю песню, все. Можно не посматривать. Ну сейчас реально самый танцевальный трек. Снова эпи Миши Марвина. Объявим мы его вместе со студией. Друзья, отрывайте свои части тела от стульев, где бы нас не смотрели. Встала вся студия, встали вы, встала трансляция. Лайв, Миша Марвин на Like FM. И трек «Танцуй». Yeah, yeah. Танцуй, танцуй для меня. Останься такой и днем. Твои мысли разорваны в клочья. Твое тело пылает огнем. Стоишь обнаженная рядом. Это то, что мне нужно сейчас. Потерялись во времени, но это временно. И никто не найдет нас. Нас нет, ни для кого нас нет. На свет, не выходим на свет. Нас нет, ни для кого нас нет. Для меня танцуй, танцуй, танцуй для меня. Ты гори в этом пламени нежно так. Я ведь знаю, что ты моя грешная. Танцуй, танцуй для меня. И по ветру летят твои волосы. За моим не спеша следы голоса.
спасибо! Это Миша Марвин и живой концерт на Like FM. Миша, у нас закончились вопросы. А у меня закончились песни. А у тебя песни. Закончились песни в этой пишке. Новую ты еще не презентовал. Поэтому, да, давай что-нибудь скажем тем людям, которые нас смотрели, которые провели это время вместе с нами, послушали песни, надеюсь, потанцевали там, с той стороны экрана, в любую камеру, вот можно вот в эту. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Мне было очень приятно сегодня поделиться с вами моим творчеством. Кто-то из вас его не слышал, кто-то слышал. Спасибо, что вы слушали, смотрели, танцевали вместе с нами, писали вопросики. Я вам желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Танцуйте, любите друг друга. И, собственно, люблю вас, обнимаю. И ходите на концерты Миши Марвина. Друзья, это был лайв на Like FM. Живой звук, живой концерт. Миша, очень приятно, что наш первый живой концерт. Это, кстати, премьера, друзья. Первый живой концерт на Like FM мы сделали именно с тобой. Это огромная честь для меня. Спасибо тебе огромное. Спасибо огромное, что пришел. Будем ждать новых концертов, друзья. Лайки летят специально вам. Радио Like FM. Слушай, что нравится.